Ну что ж, всех приветствую, друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить Resident Evil ремейк первой части. Ну что, настал тот момент, когда нам нужно вернуться в особняк и закончить исследование оставшихся дверей. Вот. Пока нам вроде из ящика ничего не нужно. Я не знаю, ножик брать, не брать. Ладно, не будем брать пока. Если что, потом уже в особняке разберемся. Теперь задача добраться до особняка. Неизвестно, что там поменялось за это время. Так, туда свернул. Вот. Насколько злобней стали зомби. Какие еще твари появились. Надо еще добраться как-то. Тут сейчас змеи должны быть, по-моему. Это Брэд. Если вы не можете ответить, подайте мне знак какой-нибудь. Крис Брэд. Ты меня слышишь? Брэд. Damn. Черт. Нет, Брэд нас не слышит. Слишком слабый сигнал. Ребекка сказала, что рация она сломана. Частично сломана. Опа, псина спит. Ну нафиг. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Псина. Пошла вон. Так, отлично. Разобрались. С собаками один патрон остался. Блин, жизни потратил. О, зато ворон нету. Даже вот не знаю, что лучше, собаки или вороны. Так, мы, кстати, эту локацию еще не осмотрели. Мы туда пробежали, вороны, потому что начали летать. Мы эту локацию не смотрели. Что здесь у нас? Здесь водопад. Бушующий водопад. Похоже, за ним что-то есть. Что-то интересное по-любому. По-любасу. Какое-то существо плавает в воде. Так что не будем туда подходить. Не хочу я связываться с существами, которые плавают в воде. Батареи отсутствуют. Так, нужно найти батарею. Питание к лифту не поддается. Где-то здесь должен быть источник питания. А батареи нет. Видимо, нам придется сюда возвращаться. Змеи. Главное, чтоб не кусили. Ай! Кусила, тварь. Еще одна. Твари. Отравили, походу. Отравлен. О, жесть. Жесть. Надо срочно искать. Срочно искать нам синюю траву. А трава синяя у нас есть в ящике. По пути я даже не помню, есть ли у нас здесь по пути травушка-то еще. Так, здесь нет. Там тоже. Главное не медлить теперь. Садовый инструмент, вон там граната, я вижу. О, какая-то записочка. Воспользуйся этим, чтобы защититься от монстра в цепях, которого не берет оружие. Да ну нафиг.
Я также починил деревянную ручку, дабы ты смог уйти, Вескер. Вескер молодец. Зачем так пугать монстром в цепях, которого не берут оружие? Это жесть. Это жесть. О, жизни. Придется тратить аптечку. Использовать. Но мы все равно отравлены. Как ни крути. Надо срочно искать синюю траву. Так, у нас один. Всего один, короче, патрон. Надо брать ружье. В принципе, как раз сейчас должны. Воу-воу-воу-воу! Охотник! Мать твою, охотник! Жесть, он цепанул нас, но. Фу! Это было близко. Так, бегом к ящику. Плевал я этих, на этих охотников. Фу. Опа-на. Пошел вон. Да сдохни ты уже. Еще один. Быстрее перезаряжай, Крис. Сдох. Воу-воу-воу-воу. Это просто трешак полный. Если бы не ружье. Если бы не ружье, это было бы жестоко. Я надеюсь, и они это. Вот я их сейчас убил. Травушка, отлично, лечимся. Фу. Все здорово. Я надеюсь, они не просыпаются, когда их убиваешь, как зомби. И ножик, я думаю, он будет бесполезен против таких вот монстров. Охотники — это жесть. Это те самые монстры, короче, которые сходу могут... Даже если у тебя жизнь и целое хп, сходу могут отрезать тебе голову просто. О! Травушку. Травушку возьмем. Возьмем, наверное, и сразу съедим. Пускай будет. Вот с этой штукой я еще тоже так и не понял, что делать. Вырисовываются красные линии. Непонятно, что это. Здесь, по-моему, у нас... Следующий шлем. Ну что, давайте попробуем осмотреть, что здесь. Воу-воу-воу-воу-воу. Какого черта? Я не успел зайти в комнату, а уже... Стены начали двигаться. Окей, здесь есть проход. Смотрите, тут статуя еще. Полюбасу она двигается, да? Ее можно двигать. Так и есть. Но пока двигать не будем, надо разобраться. Фотография матери ребенка. При близком осмотре левая сторона похожа на чье-то лицо. Я не вижу. Поверим на слово Крису. Так, вижу такую же статую, кнопка. Здесь выключатель. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, бежим-бежим-бежим-бежим. Я не хочу превратиться в пюре. Так. А если я... О, обратно. А если я начну двигать, короче...
Она уже до конца не сожмется или она сломает сейчас. Фу. Я на момент подумал, что сейчас стены просто под своим весом раздавят статую. Так, а что, эти картины ничего нет? Окей, давайте попробуем. Надо, я думаю, дотолкать ее в нужное русло. Так. Вот. Ячейка для этой статуи. Все четенько. Отлично. С этим справились. Что у нас здесь? Кинжал. Мы пришли сюда ради кинжала. И? Под вашими ногами дыра. Видимость оставляет желать лучшего. Спуститься. Так, последняя книга, том 1 какой-то. Блин, я испугался тени, я думал, там зомби. Изучаем. Что означают эти слова на обложке? Что здесь написано? Волк какой-то. Медаль была спрятана внутри книги. Здесь нет ничего необычного. Там какая-то надпись. Почему нет ничего необычного? Найдена в последней книге, том 1. Может, имеет место нестандартное использование? Окей. Предположим. Так. Как мне обратно выбраться? 29 ноября, 67 год. Аж 67 год. Я попробовал все возможные пути побега, только... убедиться, что я и вправду в ловушке. Я был везде. Лаборатория с большими стеклянными трубами, заполненными формальдегидом, и эти темные, влажнее и жуткие пещеры. Что я могу? Сперва я не хотел верить своим глазам, но знакомая туфелька на высоком каблуке в коридоре – это был как рефлекс. Одно имя пришло мне в голову – Джессика. Я не хочу верить, что их постигла та же участь, что и меня. Нет. Я не могу терять надежду. Я должен надеяться, что они все еще живы. 30 ноября. У меня не было еды и питья уже несколько дней. Я чувствую, как будто схожу с ума. Почему это происходит со мной? Почему я должен умереть вот так? Я был слишком одержим проектированием этого ужасного особняка. Я должен был думать лучше. А это автор, наверное, проектировал этот особняк, получается. Это он наделал тут всяких загадок, короче. Всяких головоломок. 31 ноября. Это темный и сырой подземный туннель. И еще один тупик. Но даже в темноте что-то привлекло мое внимание. Осторожно, я зажег последнюю спичку. Я должен был увидеть, что это. Могила. Но на камне было выгравировано мое имя. Джордж Тревор. В этот момент для меня все стало ясно. Эти ублюдки знали с самого начала, что я умру. Здесь. И я попал прямиком в их ловушку. Но слишком поздно. Я проиграл. Все становится так далеко. Джессика, Лиза, простите меня. Из-за моего эгоизма я вовлек вас обоих в этот проклятый заговор. Простите меня. Пусть Бог заберет мою душу в обмен на вашу безопасность. Джордж Тревор. На маленьком надгробии написано имя. Джордж Тревор. Здесь выключатель. Спускаемся в могилу Джорджа Тревора, что ли? Да. Это... О, паучок. Паучок. Погоди-ка. Так, может, я не буду с ним воевать? Я просто пробегу. Пробегу. Это карта локации взять.
Так, а здесь... О, паук! Паук! Здесь тупик? А нет. Здесь патроны. Внутри находится панцирь паука. Зачем мне? Мне нужны патроны. Ай! Траванул! Ублюдок! Еще раз! Козел! Да сколько можно? Сдохни ты! Еще один! Твою! Валим! Снова травили! Козлы, блин! Надо валить! О, синяя травушка. Отлично. Не нужна мне красная, мне нужна синяя. Зомбарь. Отлично. Хоть так. Так, есть кинжал. Зомбарь здесь не один. Да блин, пошел вон. Нет, нет, нет. Граната. Взрывайся. Фу, отлично. Хоть так. Блин, надо было переключить. Давайте переключим на нож. Гранаты, они хорошие. Их тратить нельзя. Так. Что-то ходов здесь целая куча, я смотрю. Тут целый ряд небольших объектов в шкафу. Посмотрев внимательнее, вы заметили герб Raccoon City на разбитой тарелке. Так. Что там, патроны для пистолета? Сойдет. Надо было сюда бежать и, короче, брать сразу патроны для пистолета. Открыли дверь. Так, давайте-ка... Сходим сюда. Похоже на панель питания лифта. Главный предохранитель сгорел. Заменить. Похоже, панель питания снова заработала. Подали какое-то питание. А, это наверное... Здание лифта, который, наверное, в здании-то, помните, там лифт такой был. Так, да, мы вот вернулись к на кухню, получается. О, еще один кинжальчик, ништяк. Оставляет для нас ништяки и традует. Так, флягу мы не взяли, да? Сейчас проснется, нет? Я думал, как обычно, пока лифт будет ждать, надо будет отстреливаться от зомбаков. Пока у нас боеприпасов хватает. Кто-то шарится. Ой-яй-яй-яй-яй! Еще и сзади. Блин! Блюдок. Есть. Есть, есть, есть. Голову ему. Отлично. Блин, сзади напал. Как так-то? Так, где-то еще там рычит. Так, а где он? Где он там? Рычит. Так, какая-то комната. Дверная ручка сломана, вам не пройти.
Восточный свиток, но изображение на нем западное. А где же он рычит? Я что-то не могу понять. А, во! Вот ты где, спрятался. Говнячок. Так. Ножик мы не взяли, да? А, сдох он? Можно сказать, сдох. Блин, тут еще ходов, смотрите сколько. Поврежденная статуя богини. Давайте зайдем в эту дверь. О, ништяк. По такие подарочки я люблю. Это хорошо. Так, давайте, может, это... Сейчас, погодьте. Возьму я... травку. Есть я и не буду сейчас. Просто возьму. Сколько патронов? 4 патрона всего в пистолете. На всякий пожарный. Мало ли. О! Тут всякие ништяки. Полка полна покрыта пылью реквизита и чучело головы оленя. А вот и батарея. Блин, зачем я взял траву? Придется есть. С помощью нее можно включить лифт. Отлично. Взяли батарею, нам придется возвращаться, значит, туда, к этим, к водопаду. Открыли дверь с другой стороны. Чётенько. А вот где мы открыли дверь. Так. Ну что, давайте, наверное, сходим. Сбросим. Освободим место. Освободим место. И отправимся дальше исследовать. Особняк. Так, это нам пока не надо, и это нам пока не надо. Я не знаю, блин, брать ли нам аптечку. Или не брать. Ладно. Не будем ничего брать. Ножик тоже не будем брать. Хоть и бывает спасает и экономит патроны иногда. Но, блин. Что-то я пока не готов. Так. Отправляемся в холл. Там у нас была дверь. А, кстати, здесь еще у нас дверь. Точно. Как раз рядом. Боже, как мне страшно. Ой, что за звук? Еще. Так, почему на меня смотрит орел? Главное, чтобы он не пульнул ничем. Письмо от шефа службы безопасности. Секретно. Отправитель, шеф службы безопасности. Дата 22 июля 98 год, 2 часа 13 минут. День Никс приближается.
выполните следующие процедуры в течение недели. Первое. Заманить в лабораторию группу Старс и наблюдать за их борьбой сбор для сбора данных о боевых качествах. Заманить Старс. Это все ловушка, что ли, получается? Второе. Отобрать 2 эмбриона каждого мутированного образца в качестве образца за исключением тирана. Утилизировать тирана. Тиран. Третье. Уничтожить Арклейскую лабораторию, включая всех ученых и подопытных животных. Замаскировать все под несчастный случай. Когда выше означенные процедуры будут выполнены, доложите в штаб-квартиру для получения дальнейших инструкций. Если по каким-то причинам вы не можете выполнить процедуры в срок, немедленно сообщите. В случае чрезвычайных ситуаций отчитываться напрямую по дополнительному номеру 5691. Удачи! Штаб-квартира Umbrella. Umbrella. Inc. Так. Там что-то блестит. Все, здесь, да, больше ничего нет. Какой-то щелчок, слышите, да, когда он так поворачивается? О, еще один. Сколько у нас уже? 4 кинжала. Ништяк. Так, теперь нужно понять, что делать. Блин, он что-то щелкает. Там, кстати, это крупным планом так показывали выключатель. Здесь выключатель. О, там что-то, смотрите, моргает. Погоди. Не моргает, а светится. А теперь моргает. На зоне находится желтый драгоценный камень. Вынуть его. Он прикреплен к чему-то и не поддается. И здесь, наверное, так же, да? Ну-ка. Да. Попробуем. В глазу находится красный драгоценный камень. Вынуть его. То же самое. Смотрите, когда орел смотрит на этот светящийся объект, он начинает мигать. А когда не смотрит, он не мигает. Надо, короче... О! Я, кажется, обманул. Нифига себе, тут такая ловушечка, блин. Красивый, отполированный до блеска драгоценный камень. Желтый драгоценный камень. Этот желтый драгоценный камень мы знаем, куда вставлять. В глаз тигру. Красный драгоценный камень. Красный тогда куда? Красивый отполированный до блеска драгоценный камень. Тигру вроде синий и желтый надо. А красный тогда куда? Окей, давайте тогда... я думаю... Сбросим красный и пойдем поставим... драгоценный камень в глаз льву, тигру, то есть, а не льву. Как раз все это близко, все это рядом. Сейчас мы этим закончим и пойдем в холл потом.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, нет, пожалуйста, только не вы. Лежать. Лежать, бояться. Блин, по три патрона, короче. Или он еще живой? Нет, он так умирает. Еще один. Я так и знал. Ах ты, ногу мне порезал. Блюдок. Еще меня цапанул. Товарищи, ну. Козлы, а. И ящеры. Придется жрать аптечку. Целый зоопарк. Ящерицы, козлы. Собаки. Зомби-бараны. Так. Какую бы аптечку съесть? Синей травой мы не будем есть. Давайте просто... Просто... Давайте смесь трав съедим тогда. Еще. Что делать? Придется есть. Занюхнуть травушки. Я надеюсь, больше они не выскочат. Теперь окна разбиты, тебе может вообще любая дрянь пролезть. Блин, еще тебя тут не хватало. Отдыхай. Погоди. У меня есть 4 патрона. А, сдох. Окей. Молодец. Я вот не понимаю просто. Я зомбаку в упор с ружья выстрелил просто в голову. А он только головой махнул, как типа как отдача произошла. И все. И больше ничего. Голова даже у него не разлетелась. Какой-то диск. Мой диск. Что там? Парасол написано. Парасол. Хорошо. Так, похоже на диск для перезапуска какой-то системы. Какую-то систему будем перезапускать. Все, возвращаемся. Скидываем, короче. Ой, нет. С ними я связываться не буду. Нам, в принципе, туда возвращаться больше не надо. Там вроде все двери открыты. Скидываем диск. И идем в холл. Берем ружье на всякий случай, короче. Сейчас перезарядочку сделаем. Вдруг ящеры. Вдруг охотники. Хантеры, мать их. Так, пойдем, наверное, здесь. Здесь мы, по-моему, убили, да, зомбака, который мешался. А в классе... О, только хотел сказать, блин, что в классической версии... Нафиг, нафиг, бегом, бегом, бегом! Фу! Что в классической версии здесь наверху бегали хантеры. Фу. Так, я думаю, они это через дверь-то не...
Ни-ни. Так, вот эта дверь, по-моему, да, у нас? Какой-то орган, смотрите, в пробирке. Тут что-то написано от руки, не датировано. Ничего не изменилось. Я никогда не думал, что комната, которую я придумал в качестве эксперимента, отплатит мне таким образом. Я могу спрятаться здесь на некоторое время, потому что никто не знает о секрете за картиной, даже сэр Спенсер. Картина в особняке в конце галереи. Угу. Какой-то секрет. Тут внутри чей-то внутренний орган. Трудно сказать, от человека он или от животного. Так, зарядочка. Искусно выполненный глобус. Не двигается. Может, это телескоп? Выглядит довольно старым. Изображение девушки с печалью на глазах. Так. Про какую-то картину там было написано в конце галереи. О, отлично, лента нам пригодится. Больше нет ничего. Ящики ничего нет. На календаре там 22 число написано. Все, да, больше здесь ничего. Нет. Ничего не сделать. Идем в дверь. Воу! Да сдохни ты! Вот смотрите, опять. Пришлось два патрона тратить. Шкатулка какая-то. Трава синяя. Еще кинжальчик. Отлично. А, мы один истратили. В этой локации, в классической версии, можно было менять костюмы. Здесь почему-то коробка драгоценностей. Тут круглый спад примерно 4 сантиметра в диаметре. Здесь ничего необычного. Ничего необычного. Ничего необычного. Окей. Так, и все. Нам больше не взять ничего. Ну, в принципе, здесь больше ничего нет, кроме травы. За травой, если что, мы вернемся. Если надо будет. И запомним, синяя трава здесь есть. Если что, можно будет добежать сюда, если будем поблизости. Что, двигаемся к ящику? Так, и пойдем мы, наверное, пойдем. Низом, может. То, что сверху Хантера, не манал я с ними связываться. Так, пойдем. Оп. Здесь у нас всего-навсего зомбарь. Мы его надурили, чтобы не тратить патроны.
А здесь хантеров мы побивали. Так что, по идее, они не должны здесь больше появиться. Но не факт. Так, я предполагаю, что в эту шкатулку надо ставить тот драгоценный камень. Давайте попробуем. Где он? Нафига мне изучить? Надо комбинировать. Вот что-то отвалилось. Головоломочка даже такая. Собрать пазл, короче, надо. Я понял. Так. Давайте с большого начнем. Можно вращать. Как его? Так, наверное. Или... Это, наверное, низ, я так предполагаю. Низ. Так. Надо подобрать что-то. Что-то что. Глядите. О, вот так что ли? Вроде как встало. Так. Попробуем вот это. Что-то не подходит, что-то неправильно. Что-то не так мы сделали, короче. Окей. Давайте попробуем поставить. Вот это середина, наверное, я так понимаю. Вот, встала. Серединка. Сюда она вот похожа прям. Почему нет? Что за дела? Почему нет? Почему не встает? Нет, оно прямо вот идеально вот подходит сюда. Надо сдвинуть, может, немножко. Тоже нет. Но вот прям вот... О! Надо было просто сдвинуть немного. И кусочек, наверное, сюда. Вот, да. Отличненько. Просто идеальненько. Ну давай, вставай ты туда. Надо что-то отодвинуть опять. О! Отлично. Вошло. Что это? Внутри большая... Внутри была брошь какая-то. О! Ключ! Она приняла форму ключа. Ключ-эмблема. Ключ-эмблема этого. Помните, да, Спенсера? Ключ-эмблема Спенсера. Ну что, тогда, наверное, я думаю, надо сохраниться. Сохраниться и закончить серию. А в следующей серии мы будем продолжать уже добивать этот особняк, я думаю. Потому что комнат осталось не так уж много в особняке. Посмотрим, что там за комнаты Спенсера спрятаны. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Кому не понравилось, ставим дизлайки, но также подписываемся на канал и группу ВКонтакте. Не забываем ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.